Это приносит действительно очень большое удовлетворение и счастье. Вот само ощущение, когда ты танцуешь. Для меня балет – это высочайшее искусство. Искусство театра музыкального. Искусство, которому учатся очень долго, которым живут. То есть это не просто профессия, это именно одержимость. Потому что мы с детства влюбляемся в эту профессию, мы с детства стремимся танцевать. Русский балетный театр включает в себя выпускников лучших академий классического танца города Москвы, города Санкт-Петербурга, Пермской академии хореографии. Конечно, мы все знаем Большой театр, мы все знаем театр Станиславского, Мариинский, Михайловский. Это наши брендовые главные театры. Но помимо этого существует достаточное количество театров меньшего масштаба, но, однако, тоже имеющего большой репертуар, классический и современный. Наша основная публика – это Франция, Испания, Германия. Там зрители уже приходят конкретно смотреть на наш театр, конкретно на каких-то любимых актеров, артистов. Мы учимся в хореографическом училище около 8 лет. Это колоссальный срок. И за этот период наше тело поднимает на такой уровень, что мы способны танцевать разные направления. И джаз, и степ, и народные танцы, характерные танцы, и современную хореографию. Потому что нас всему этому учат. И поэтому наш технический арсенал очень высок и богат.